Дорогие друзья, всем привет! Мир, любовь, добро и свет. Всем добра! Начинаю свой видеообзор. Поздравлением вас с Днем Пионерии. То есть тех, кто был пионером, поздравляю всей души. Всех, кто был пионером и тех, кто будет пионерами. С праздником, друзья! Друзья, в общем, в предыдущем видео мы разобрали кресло кожаное и начали его ремонтировать. Вот. Сейчас у нас другой завершающий этап, второй. То есть, что мы сделали за это время? Отремонтировали вот эту сидушечку, проармировали ее вот так. Вот. Все исправили, вырезали отсюда вот такой кусок поролона, вставили другой. Вот. Вырезали отсюда вот эту вещь. Сейчас я вам поближе покажу, что это такое. Вот. Это то, что жевал пес, пережевывал. Этот кобель в своих нежных чувствах хозяин укусил вот эту подушку. Замечательный кобель. Это не кобель, это сука. Сука, просто сука. Вот которая делает вот такие вещи. Вот. Потом кто-то его сюда вот вклеил. То есть перемешал с клеем вот эти ошметки и сюда сделал. Мы это вырезали. Вставили нормальный поролон, проармировали. Заклеили все, склеили и здесь немножко так приподняли, тоже проармировали. Вот. Затем что? Вы помните, да? На той подушке здесь были дырки. Заменили кожаную вставку. Раз. Вот это была вся убитая тоже, рваная, зашитая. Вот. Это тоже мы исправили, новое вшили. Обратите внимание, двойным швом, друзья. Двойным. Это вам не шутка, друзья. Двойной шов. Вот, сейчас будем собирать, шкурить, красить и продолжать видео для вас. Друзья, собрал подушку. Вот так вот получилось. Так выглядит. И сейчас будем готовить покраски и по отдельности будем красить. Сначала покрасим эту подушечку и затем спинку. Вот, все покрасим и потом вам покажем. Ну, перейдем к сути вопроса. Доделали кресло? Кресло. Вот. Все отлично получилось. Вот. Как вы помните, сейчас я вам покажу, что было. Вот. Вот, ребят, вот это вот старая тряпочка. Вот видите, какая она была, собака разорвана, зашита. Сейчас вот такая вещь. Вот этот кобель, сука, вот здесь такой вот, видите, сделал вот такую вот рваную рану. И потом замечательный какой-то мастер, ну, как бы просто помог им и заштопал. Вот здесь вот. Такая ситуация. То есть вот здесь вот все сделано, новой кожи вшито. Вот. Также здесь. То есть была вот эта вот. С дырками. Вот тут дырки такие. Вот они. Дырочки. Вот. Тоже вшили новые. Вот здесь вот дырочки. Вот дырочки. Вот. А. Друзья, помните, здесь тоже были трещины. Трещины. То есть. Квозные тут трещины, так разрывы были вот здесь вот. Тоже все закрепили, заровняли, покрасили. Вот. Здесь тоже, помните, да, вот такие трещинки всякие были тут. Вот. То есть, все подготовили, покрасили, и вот получилось вот такое кресло. Так, друзья. Друзья, в общем, все можно сделать своими руками. Просто немножко надо умений, знаний, где взять кое-какой материал. Вот, и вы всегда можете такое кресло себе сделать. Всегда. Но для начала, сначала помойте свои кресла. Обратите внимание, что они у вас грязные 100%. Вот. И следите за кожей.
Все, закрываем это. Проект. Хлеб с маслом вам на хлеб. И идем к следующему. В следующих видео будет новая работа, какая придет. Все, всем удачи, добра, хорошего настроения. И не шалите. Пока.